Во узмоцненным режиме працуют зараз медики, у першую чергу персонал травмпунктов. Студень за гололедицей традиционно травмоопасный месяц. До прикладу, за 4 студеня у Могилевском травмпункте амаль полова травм были именовито гололедные. Медики рают быть уважливыми, жанчинам отмовиться от обутку на абцасах. Так само небеспешно при низких температурах носить тесный обуток, это может привести до холодовой травмы. При любых выпадках травмования можно телефоновать по городским номерам Могилеве 220206. Это телефон кабинета экстренного приема травмпункта, который работает круглосуточно. Специалисты откажут на питание потерпелого и порают, у какую медицинскую установу лучше накироваться.